Итак, как и говорил, я вам объяснил, как пройти задание найти робота. Привет. Вот. Чтобы его найти, вам дадут задание найти информацию о тех, кто могли сделать пластическую операцию человеку. Ну, он не человек, он робот. Вот. Ну и кто мог стереть память. Я искал, все нашел. И место, где ему все это делали, оказалось в отломанной части корабля. Ну, я вам потом покажу как-нибудь. Через сколько-нибудь эпизодов. Вот. И там будет мужик, он вам все расскажет, все, что знает сам. А этом. Как его звать-то? Привет. Ну, я надеюсь, они что-то сделают. Помнишь, в прошлом году ребенок с палубы упал? Да, это было плохо. Уверен, они что-нибудь сделают. Вот. Как звать? Че, на чем остановился-то, ё-моё? Ну вот, найдете вы этого робота. Этого робота, ну, этот робот, он охранник, который с вами разговаривал сейчас, в начале, когда он на мосту, вот. Вот на мосту, который разговаривал. Тупо там просто память поставлена другая, и там нужен код для того, чтобы... Ну, как бы, ну вот, его память была заблокирована, как бы, на код. А чтобы его разблокировать, нужно произнести код прием, там, типа, разблокируйся и все такое. Ну, вот андроид. Заложенная в этом андроиде технология. Что поставлено? Вы же мне не говорите, что там на вашей карте. Тайны и капризы. Робот Зиммер, это просто робот. Как бы хорошо он не был окрашен. Сколько раз говорить? Посторонним вход воспрещен, хоть кол на голове. Это ты, господи боже, ты просто вылитый он. Ну, ты это вы знаете, Джеймса, кто? Да? Не должен, не что доктор ли, это делаешь? Это... Та, которая вначале вам помогала там. Ну, вы сами узнаете. Когда вы появились на свет, она вам помогала там, ну, типа, увозила вас. Ты меня не можешь помнить. А Джеймс, наверное, да, не я не помню. Человек помнит, который играет. Так, вот будем ее расспрашивать, куда он ушел. Твой отец настаивал, чтобы мы возродили проект «Чистота». Я пыталась объяснить ему, что... Разумеется, он не под... Мне... Ну, вот сейчас вы пойдете в здание проекта «Чистота». Вот это прикол вообще. Подошел, он заныкал ебы. Вот, блин, хавчик так заныкал. Так. Сейчас мы пойдем. Это здание там. Я забыл, как это называется. Ну, это старая лаборатория в дальнейшем, которая станет проектом «Чистота». Ну, как бы, вы если запустите этот проект, то как. Это твое? Нет, блин, не мое. Вы сами видели, что не было вот этого взломать. Сами видели уж. Что тут проводят? Хрен его знает. А, да. Когда вы включите проект «Чистота», код будет 216 в откровении. В откровении 216. Вот этот 216 это код. Когда запустите, по всей пустоши будет не то, что там грязная радиационная вода, а будет очищена, вообще чистая вода будет. Ну, короче, очень хорошо. Хорошее дело сделаете для мира. Для пустоши, то есть, мира. Ну и все, что еще могу рассказать. Пока ничего, в дальнейшем расскажу. Поход в лабораторию будет в следующем эпизоде.